Всем привет! Hello! Коничива! Ваташи ва Женя дес! Айроша я караки машта! Меня зовут Женя, я из России, уже 2,5 года живу на Пхукете. Я очень люблю Пхукет, это очень красивый остров, прекрасная погода, особенно когда в России зима. И сюда приезжают люди со всего мира, из разных стран. И, конечно, здесь обстановка располагает к тому, чтобы учить иностранные языки. Я выбрала изучать японский. Не знаю почему, наверное, потому что всегда хотела уметь читать иероглифы. Мне казалось это чем-то невозможным. Вот уже 1,5 года я изучаю японский язык в Потонг Лэнгвидж Скул. Я выбрала эту школу, потому что это единственная школа на Пхукете, в которой преподают японский язык. И оказалось, что это очень хорошая школа. Моя преподавательница Эцуко, она из Японии и уже более 15 лет здесь преподает. Это очень интересно изучать японский, и я уже начала на нем говорить, и у меня даже появились друзья японцы. Меня попросили сделать это видео, потому что на русском языке, так как русские в основном не понимают другие языки. Так что всем советую изучать языки, английский, конечно, в первую очередь, и другие, так как это очень интересно общаться с людьми на их родном языке, и у вас может появиться много друзей из разных стран. Thank you, Потонг Лэнгвидж Скул. Аригато гозаимашита, сенсей.